телекомпании Ников представляет. Как дальше погнали дело территории, смотрите. Что вам надо? Я нашел дюб. Какой дюб? Нет! Нет! Тут будет из асфальта дорога, даже не думай! Тут будет из асфальта дорога. Из асфальта тут будет дорога. И черного, и белого. Ты чё там это придумал? Вон такой асфальт будет. Где он? Вон там. Не из земли. 1, 22, 23, 24, 25. Ты чё удумал? Видео выложил. О, надо после стрима почекать. Ты чё удумал там? Чё ты удумал, падла? Ты чё хитрожопый такой? Я сказал, здесь будет асфальт. Не земля. 25. Да, что осуждаю? Что ты строишь? Никаких грязных пиписек нельзя строить. 21 лайк, спасибо за лайки. Та, я понял. Ну ладно, здесь ещё дорог... Какой рейд? Какой рейд? Кто рейд активировал? Ты рейд активировал, Пикачуха, или кто ты, Харгас? Какой рейд? Матерь божья, мать моя женщина, какой рейд? Вы что, прикалываетесь? Что за фигня? Мы только-только час назад рейд один уже отбивали. Крипер. Только не взрывайся, Крипер, пожалуйста. Вот это у меня аим жесткий. Где, постойте, а где рейд? Смотрите, мой мув. Да, все, вот они под землей. Они под землей. Я нашел их. Блин, они под землей, это неудобно. Не взрывайся, подожди, друг. Передумай. Они вот они, вот тут, подождите. Да подвинься, черт. Они вон они, да, Шарлин, они вон там. Вон они. Криперы, да нет, стой! Нет, убегай, чел, сейчас умрешь. Блин, вот это надо, во-первых, застроить, а во-вторых, умер один наш игрок, это Захарик. Захарик, зря ты туда пошел с плохим лутом. Да блин, я все ресы прокекал. Ну просто, а зачем ты туда пошел? Ты в железной броне, зачем ты туда полез? А там приват есть? Тут нету привата, тут все друг другу доверяют. Пошел ты в жопу, чел. До свидания, дружище. Блин, вот вообще не, блин, Захара жалко, реально. А где рейд теперь? Он что, опять под землей? Да не надо. Я думал, там, там светло. С чего ты взял, что под землей светло, друг? Вот он. Так. А, вон они идут. Там факелы были. Не, они только вот тут вот были. Господи, тупой крипер. Ребят, кто в железной броне? Не, вообще не идите сюда. Вы что? Вам жизнь дорога? Зря приватов нет. У меня шалкер. Напиши Глебу, он все решит. Глеб у нас решатель. Опять крипер взорвался где-то. Вы что, прикалываетесь, блин? Не взрывайте это только. Я, по-моему, по той тоже буду. Да не, там их нет. Капец, вот кто призвал рейд, ты просто козел, реально. Ты во... Я козел. Ты реально козел, ты рейд призвал. Боже, зачем? До свидания, саппорты. Так, до свидания, ты. О, взорвали, нет! Шарлин, тебе тут взорвали. Шарлин, тебя взорвали немного. Так, где еще рейд? А, вот он. Капец, вот это жесть. Вот реально, вот кто призвал рейд? Ты во всем виноват, знай это, друг. Осталось двое нападавших. А, где они могут быть? Да ты сейчас горишь, чел, успокаивайся. Самое главное, что сундуки... Боже, мать твою, залево! Чё за херня? Я только хотел сказать, что сундуки не пострадали. Восстанавливайте, дружище. Дружище, восстанавливай теперь это все.
Сразу скажу, это не я все сделал. Блин. А где мне ресы забрать? Они что, взорвались? Да, они взорвались, к сожалению. Оп, кстати, халявная земля. Капец тут восстанавливать теперь. Ёкарный бабай. Вот кто это сделал? Зачем вы вот это делаете? Тратьте землю, наоборот, чтобы чинить дыры. Так, теперь вопрос, где рейд? А, вон он. Где хочется плакать. Капец, еще рейд этот вонючий отбивать. Второй рейд уже в городе. Что за фигня? До свидания. Да... Рихман, сори. Не кружите вот так. О, тотемчик, я вижу тотем. Халявный тотем. Куда ты убегаешь? Куда ты убегаешь, падла? Рихман, ты специально так стоишь передо мной? Так, где еще? Где еще? Вот они. Челы. До свидания. До свидания. До свидания. Фу. Это, надеюсь, последняя волна была? Нет, это не последняя, блин. Фух, блин, я уже устал этот рейд отбивать, вонючий. Какой дом горит? Какой дом горит? Вот какой дом горит? Возле фермы овец. Вы бар подожгли? Кот! Если это кот, это ему пипец. Если это кот... Блин, теперь вопрос сейчас решать, кто поджег бар. Ну, короче, получается Глебу сейчас писать. Сейчас писать Глебу. Чтобы он посмотрел, кто поджег. Сначала этот рейд надо отбить. Один нападавший остался. Вот капец, блин, вот пришли новенькие. И сразу, ну, новенький один пришел, и сразу вот говно началось. Сейчас еще выяснять, кто поджег бар. Ферму еще подорвали. Блин, Захар, стоп, это может ты сделал? Кстати, первый человек с галочкой, кто зашел к... А, я понял, кто это сделал. Ай, короче, надо писать Глебу, чтобы он сделал откат. Глеб, делай... делай откат. Тут надо, ну, типа, я сейчас ни за что не беспокоюсь, пацаны, потому что сейчас Глеб просто сделает откат. Просто сейчас Глеб сделает откат, поэтому... Где она, сука? А чё ты ищешь? Ага! Вот она! Паскуда, блядь, так еле от тебя воспитывала! Блядь, Тамана, это маркер! Я чё, по-твоему, овца, чтоб такое поверить? Пока тебя добавят в вайтлист. Вот. Братуха, реально братуха, чел, однофамильцы. Не, так нечестно, я за лирика проголосую, он мне за это вещей даст. Ах ты падла. Можешь вернуть. Он пида, да, по факту. Вроде восстанавливал. О, я уже в ДС, круто. Все, он это вернул. Так, и вот этот дом. Глеб все по-мастерски вообще все делает. Все, тогда потом скрины пришлем. Кто меня бьет? Все, рез самый... Окс, я скоро. Все, окей тогда. Значит, воу, дружище! А кто взрывал? Чел один. Но его уже забанили. Того Грифера уже забанили, не переживайте. Вот.
Короче, ребят, все, сейчас огромное спасибо всем за стрим, кто был со мной так долго. Ребят, давайте, с вами был я, Халпондус, всем удачи и всем пока. А я пошел возвращать себе.